целями, которые были поставлены изначально? Ну, смотрите, мы как бы ежедневно везде, в СМИ, в интернете, по телевизору видим достаточно жесткую критику в наш адрес и да, выступление о том, что схемы как были, так и работают, что это все ударило только по реальному сектору экономики. Я могу ответственно заявить, что это не так. То есть основная цель, для которой эта программа создавалась и для которой она работает, это не дать распространению вот этого фиктивного НДС, она достигнута. Есть определенный процент проблем, да, предприятий, которые там попадают и не должны туда попадать, но он в соотношении с все-таки с этой глобальной целью, ради которой она создавалась, он небольшой. То есть, да, она как бы все равно, на наш взгляд, эффективно работает, и практически мы видим это все, ну, ежедневно в своих там программах определенных, что формирование вот этого схемного кредита, оно действительно остановлено на сегодняшний день практически полностью.